Всем привет, вы на канале Сура Сура, и сегодня у нас видео с открытием яиц. Давно таких не было у нас, тем более с моими комментариями, поэтому я решила все-таки записать такое видео, но перед просмотром ролика немножко рекламы. Советую вам посетить сайт официального партнера игры магазин Smile One. В магазине действует постоянная скидка 13% на все пакеты в игре, также можете подарить их друзьям, нужно всего лишь его ID. Магазин работает с такими крупными играми, как Mobile Legends: Bang Bang, Roblox, PUBG Mobile. Также он зарекомендовал себя уже у многих игроков, как надежный партнер. Ссылка на магазин в описании. У меня также есть некоторое количество монет Lucky Slot, поэтому покрутим сначала, наверное, их. Может быть, что-то да интересно упадет. Вот падает нам посох, но обувь тоже. Обувь есть. Смотрите, первый раз палка упала. Ну, классно. Хотя бы чего-то много у меня сейчас нету. Ладно, смотрим дальше. Ничего вообще не упало. Вообще печально. Ну а пока мы смотрим, как тут у нас все крутится, вы можете написать в комментариях, что вам выпало, похвастаться. Ну и написать, чего бы вам хотелось, на самом деле, тоже с этого обновления, с этого Lucky Slot получить. Потому что обновление классное, Lucky Slot классный. Смотрим. Снова мне ничего не падает, кстати, вообще ничего. Хочется плакать. Снова взаимодействие. Ну и подарки. Ладно, хотя подарки, кстати, полезные, я не буду отрицать. Ладно, идем в торговый центр за новыми яйцами. У нас вот совсем новые, добавили только сегодня, буквально пару часов назад. У меня уже есть 60 штук, но я думаю купить еще, ну, 30, наверное, подойдет нам. Также здесь еще есть новые яйца. Их мы не открывали с вами. Тоже возьму, наверное, 30 штук. Ну и последние, которые нам добавили в пятницу, тоже 30 штук. Собственно, вот все наши яйца. Начнем, наверное, вот с этого. Так, немножко поменьше тебе сделаем. Наряд здесь с шубой, кстати. Мне очень нравится это платье, и мне очень нравится эта прическа. Я надеюсь, что она мне навсегда выпадет. Хотя, на самом деле, я открываю довольно-таки мало их. Прическа упала на 7 дней. Печально. Ладно, откроем сразу все. Снова прическа на 7 дней. Ну ладно, хотя бы 2 недели поношу. Также выпали чулки нам навсегда. Ну, классно. Так, дальше у нас второе яйцо. Нежная красота. Тоже наряд посмотрим. Это же тут очень классная прическа. Хочу ее тоже. Ага. Ничего не падает. Ладно, давайте дальше. Есть сумочка в виде сердца. Ну ладно, она классная хотя бы. Ладно, открываем последние. И ничего нам не упало. Печально. Вот яйцо подсолнуха осталось, еще 90 штук. Но тут-то что-то навсегда упадет. Вот так наряд выглядит. Это, кстати, вроде третий наряд с подсолнухами. Хотел сказать второй, но нет, третий. Также здесь есть вот такие крылья. Они у меня уже есть, потому что их добавляли очень давно. И на самом деле вся эта история с этими крыльями довольно грустная. Потому что получали мы эти крылья за пополнение в 12 тысяч драгоценных камней. А может и 13. И как бы да, и жаль, что добавили в яйца. Ну ладно, выпала нам прическа. Так, дальше открываем. Ой, может быть, не навсегда упал у нас тут. Нифига, все на 7 дней. Ну тоже. Ладно, хотя бы что-то навсегда у нас уже есть. Еще одна прическа на 7 дней. У меня навсегда уже есть. Ладно. Снова ботинки на 7 дней. Ничего. Последнее. Даже зайчик мне не упал навсегда. Даже аксессуар не упал. Ужас. Ну, собственно, вот все, что нам выпало за сегодня. Ну, прическа классная тут. Вот это прям вообще. Ну, буду носить ее 14 дней. Хотя бы так. Но прическа классная. И это все, что мне выпало сегодня. Не знаю, мне немножко печально все-таки от ситуации с крыльями. Но их добавляли, в принципе, давно, и мало у кого они вообще есть, мало кто о них помнит, и тогда игра только запустилась, насколько я помню. И, в принципе, такие особо суммы-то никто и не донатил, 13 тысяч камней, конечно, но они были очень дорогие. Сейчас, конечно, выбить их намного проще, чем получить был тогда. Надеюсь, это видео вам понравилось, пишите в комментариях, какое яйцо вы хотели бы посмотреть. Я постараюсь купить их, пооткрывать, обязательно запишу видео, ребят, все для вас. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайк, комментируйте и не забывайте подписываться на канал. Также не забывайте подписываться на мою группу во ВКонтакте, там у меня проходят разные конкурсы и розыгрыши. Ссылка на группу находится в описании. До следующего видео.